Здравствуйте, я Албанбеков Махсат, мне 22 года, представляю бойцовский клуб «Улу Кыргыз». Наш тренер Кайпназаров Бектурсун. Я приехал из Кыргызстана, город Бишкек. Я работаю в охране, тренируюсь, когда время есть, увлекаюсь ММА. Достижение первый разряд по вольной борьбе получил в Кыргызской республике, а по ММА пока что никак. В Лиге МФС скоро выступают наш тренер Кайпназаров Бектурсун и мой друг Нимбаев Арген. И вот они порекомендовали мне тоже вступать. Мои планы – упорно тренироваться, выступать на любительских соревнованиях и профессионалах, попасть в ACA или в М1. И, конечно, моя большая цель – это попасть в UFC. В дальнейшем хочу драться с топовым бойцом UFC, с Конором Макгрегором или с Генри Сехудо. В последнее время Генри Сехудо много болтает. Он вызвал наш соотечественника Валентин Шевченко. Я хочу с ним подраться. Всем бойцам пожелаю, чтобы не было травмы, зрелищные бои и, конечно же, успехов. И вам спасибо, что предоставили мне такой шанс выступать в вашей лиге. Спасибо всем организаторам МФС. Спасибо большое.